Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Юра, канал Y1234 так. И сегодня будет распаковка мега замечательного фильма под названием «Игрок». Впервые фильм посмотрел 19 апреля 2014 года. Сам фильм вышел в 2014 году. Фильм купил совсем недавно в магазине «Медиа Март» за 100 рублей. Что ж нас ждет на обратной стороне диска? Жестко, сильный и невероятно захватывающий сюжет. Днем Джим Беннет, талантливый преподаватель и драматург, а ночью заядлый игрок. Блэк Джек и рулетку, готовый пойти ва-банк, однажды он ставит на кон свою собственную жизнь. Времени мало, и Беннет вынужден шагнуть в преисподнюю, рискуя всем, чтобы не потерять все. Если тебе дан второй шанс, стоит рисковать, даже если и проиграл самого себя. Обладатель Оскара Марк Уолберг, Джон Гудман, Берри Ларс и обладательница премии Оскар Джессика Ланг в этом драматическом триллере. В дополнительных материалах нас ждет мистер саморазрушение, душа игрока, удаленные сокращенные сцены. Ну что ж, приступим к распаковочке. Данный фильм я смотрел и не один раз, он мне, кстати, очень сильно понравился, и поэтому я его решил прикупить на Blu-ray, заценить качество. Также пока я этот фильм смотрел на DVD, потом сейчас качал на PlayStation 3 в цифровую библиотеку для коллекции. Решил побаловать себя и хорошим фильмом. Всем советую, кстати, просмотру. И смотрим, что же нас внутри ждет этой коробочки. Мы видим платиновый такой диск названием «Игрок». И довольно прикольно, никакой рекламки, все скромно. Фильм топовский, бомбовский. Всем советую, рекомендую. Те, кто любит играть не только в азартные игры, но и видеоигры. Ну, что могу сказать, фильм мне понравился. Довольно хороший актер, хорошая история. Многие интересные повороты связаны с самим главным героем, ты не знаешь, что с ним ждет. Но не буду спойлерить, просто посмотрите его, дорогие друзья. Если вам понравился данный видеоролик, поставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет намного интереснее, надеюсь, и вам понравится будущий контент. Всем спасибо за просмотр, с вами был Юра, и всем пока!